Состоялась презентация историко-документального фильма «Мы». Картина Гурмана Алиева, приуроченная ко дню вооруженных сил Азербайджана, повествует о 44 днях Отечественной войны, в ходе которой азербайджанская армия освободила от армянской оккупации свои территории. Фильм создан при поддержке Министерства культуры совместно с Бакинским медиа-центром и киностудией Джафара Джабарле «Азербайджан Фильм». На закрытом премьере во дворце имени Гейдара Алиева присутствовали министр культуры Анар Керимов, заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Мисбах Демирджан, военнослужащие и эксперты в области кино. Сегодня знаменательное и радостное событие – День вооруженных сил Азербайджана. И мы приурочили специальный показ. Собственно говоря, это фильм, который называется «Бизь, мы», где крутится вокруг всех тех видео, которые стали популярными во время войны. Это очень трогательная, очень эмоциональная работа. Я думаю, что надо посмотреть фильм, и это скажет намного больше.